грязи можно отмыться от запаха? Зато у него лучше стоит, наверное, чем у Петровича. Лучше однозначно, да. У Глухова, знаешь, как стоит? Ох, как хорошо! Стоит вообще просто не опускается. Какая прелесть. Я давно что-то с Глуховыми не спала, я уже забыла. Да ужас, да. Да нет, ты знаешь, я даже вообще никогда не спала, когда в молодости была один раз. Да, вот у меня был, да. А мне говорит Сергей Петрович, это трудовые муравьи, они созданы, чтобы продолжать пачками. Мы избранные, единичные там тра-та-та экземпляры, тонко организованные от крупного слова, у которых падает. Да, конечно, конечно. Ну, ясно. Поэтому я опять на измене. Смешно, конечно, но не очень смешно. Зато это очень стимулирует поиск. Это да. Потому что по-другому я фактически всех мужиков я отбреваю, потому что я сплю с Петровичем. Да. Реально. Понимаешь? Конечно, да. Спала. И поэтому я просто хочу. Там сейчас будет рождественский пост. Я себе потом. Володя нельзя, он женат. Ну, если честно, вот из всех, кто есть рядом, я бы точно кому бы дала, то это будет Володя и больше никому пока бы не дала. Хотя он очень хочет. Мне же в Митьке привезут эту мебель, он всеми кричит. Я говорю, слушай, сколько я тебе должна? Нужно эту развязать. Раз. Я, короче, заказал новую мебель и диван, чтобы он просто здесь спал. Вообще-то. Ну, как бы, диван огромный, 1,60 м. И он так я на нем буду спать. Это же Дмитрий, он меня всю ночь оглаживает. Он явно занимает место лучше, понимаешь? Да, конечно. Но это неправильно, я все это понимаю. Мне, конечно, тоже это очень неприятно. Но это потому, что я продолжаться. Вот. Он мне говорит, да. Я говорю, сколько я тебе должна? Он мне мебель приедет, все разберет в четверг с утра. Я говорю, он говорит, мне ничего не нужно, твой поцелуй. Я говорю, Роман, ты меня уже задолбал, 3 года, я же тебе так не раз поцелую. Ну хорошо, ладно, я тебе за... поцелую один раз за мебель, чтобы ты уже успокоился. Смотри, не увлекись там. Я говорю, о, ты куришь? Нет, а да нет. Ой, бросай курить. Ой, фу, от него же бросил. А, бросил. Он же бросил, а когда к жене вернулся, опять. А у жена, у нее же когда была черепа, здоровая травма, когда она упала. А, это вот эта жена, так? Да, и у нее была трепанация черепа, она потеряла обоняние. Да, понятно. Я говорю, ну слушай, я обоняние не потерял, я не могу. Я никогда в жизни не целовался с тем, кто курит, я не могу. И этот мне, этот невролог тоже, я брошу курить, я сразу скажу. Он что, и курит? Да. Я брошу, ну так, нет, от него ничем не пахло. Но мне не понравилось, что у меня была грязная нестиранная куртка. Я уж не стала, я говорю, знаете, если у вас такой свободный график, могли бы свою куртку выстирать и подстричься перед свиданием. Но я, значит, выдержала. Он говорит, нет, ты скажи честно, что тебе не понравилось. Я говорю, мне не понравился тик, я не знаю его происхождение, мне не понравился тремор. Я прям стою прямым текстом. А что, нет? А может, ему там по башке стучали, он сумасшедший. Да зачем? Да, мне нужен, да. Нет, ну он такой легкий, но мне не нравится. Зашли, он алкаш, ты его знаешь. Да. Правильно? Да. Нет. Ты знаешь, мне по телефону с ним нормально будет. У него такой голос мужественный. Если прям такого нарисовала, он как-то вот не сочетается. Ой, время. У вас время уходит. Вам сколько лет? Господи! Я говорю, что, мне теперь на каждого бросаться, что ли? Я не пойму, а что время уходит? Нет, ну мне, да. Вот, все будет нормально. Знаешь, все такие начинают. Я говорю, слушай, ты мне так прям... Все мужчины, ну прям такие сексуальные герои, прям все рассказывают. Да! Знаешь, а потом, блин... Первые 3 месяца, да. Через 3 минуты будешь потираться уже. Да. Короче, ничего нет, что как связывает... А муж-то она чует дома, нет? У тебя дома нет? Я уже туда эту копию хочу здесь собрать и сделать, чтобы развести с ним. Он потерял его, конечно же, я ему отдала в 2015 году. Я говорю, дай принеси мне здесь собрать. Ну, может, да. Мы разведемся? Он говорит, может. Но это было 3 месяца назад. Ну ты понимаешь? Да, нет, надо разводиться. Значит, это неправильно. Ну, конечно, неправильно. Да ему, может быть, он жизнь устроит там. Ну, я ему говорю, что он ничего не хочет продавать, покупать. Да продавай! Жир сегодня нам тоже сказали, что у тебя будет 3 километра. Вот, я же тебе говорю. Чувствую, да я 4 часа работаю. Господи, раз в неделю.